за лучшую роль третьего плана номинирована «Рука» из картины «Так себе бодрое утро». Это совсем новая, ненужная номинация. Мы хотели назвать ее «Пятая нога собаки», но скотч пятую ногу на собаке держит плохо. Смотрим первого номинанта. Номинант номер два. Рука Терминатора. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. И третья — голова из «Убей Билла». Опять метель. И Оскар получает первый номинант — Буравцова Дарья.